Кстати, ровно год назад в Сирии по просьбе официального Дамаска началась операция российских ВКС. Ее активная фаза завершилась в марте. За это время удалось сделать главное – предотвратить разрастание территории, контролируемой, запрещенной в нашей и многих других странах группировкой ИГИЛ. Было уничтожено более 1500 объектов боевиков. Нанесен удар по источникам их финансирования. При участии наших ВКС были освобождены многие города, в том числе древняя Пальмира. Обеспечить существенный прогресс в мирном урегулировании конфликта в Сирии был призван российско-американский план, который удалось согласовать 3 недели назад в ходе переговоров в Женеве. Однако его выполнение оказалось сорвано. Свои обязательства фактически выполняла только одна страна. Теперь из Вашингтона и вовсе звучат угрозы и заявления о готовности прекратить сотрудничество с Россией по Сирии. По мнению представителя нашего МИДа Марии Захаровой, это сыграет на руку террористам. Если говорить о подарках террористам, то это, конечно, спайка Нусры и умеренной оппозиции, доставка боевикам гумпомощи и бомбардировки сирийской армии, сражающейся с ИГИЛ. Но лучшим из них будет отказ Вашингтона от взаимодействия с Россией по сирийскому урегулированию. И если раздающиеся из Вашингтона угрозы о прекращении взаимодействия превратятся в оформленные решения, то больше сомнений не будет. Белый дом взял боевиков под свое крыло, и на террористической улице большой праздник.